В Чебоксарах с 20 февраля дорожные рабочие круглосуточно чинят дороги. Ямочный ремонт требуется на площади около 3000 квадратных метров. Дорожники намерены довести объем восстановительных работ до 400 квадратных метров в сутки. В усиленном режиме сегодня трудится 10 бригад, задействовано 12 единиц техники. Кроме этого, привлекается и субподрядная организация. Традиционная весенняя процедура латания дыр в этом году началась раньше обычного. Частые перепады температур в феврале, то заморозки, то оттепель, способствовали образованию выбоин и ям. Сейчас 3 бригады Дорекса готовят основание, 7 укладывают полотно. Сначала выбоину высушивают, выдувают из нее грязь и заливают литым асфальтом. Дорожники уверяют, так заплатки получаются прочнее. Ну, как минимум год-то она точно держится. То есть на сегодняшний день карты, которые мы положили в декабре месяце, они лежат. То есть эти карты, заплатки, они нормальные. За февраль дорожным рабочим удалось привести в порядок больше 1000 квадратных метров полотна. Больше всего ям каждый год приходится заделывать на Сугутском мосту. Капитально его отремонтировали в 2012 году. С тех пор завидной регулярностью дорожники возвращаются сюда вновь и вновь. Специалисты уверяют, что 5 лет назад во время работ не были соблюдены все технологии. Из-за этого верхний слой асфальта вылетает каждый год. Генеральным подрядчиком ремонтных работ в 2012 году являлся «Чувашавтодор». Сегодня предприятие, как известно, находится в процессе банкротства. В прошлом году администрация города выиграла у исполнителя 4 судебных процесса на сумму в 9 миллионов рублей. Но пока муниципалитет стоит в очереди на получение взысканных средств. Ямочный ремонт в городе осталось провести на площади около 3000 квадратных метров. Я думаю, что в ближайшее время эти работы будут завершены. Такая просьба к водителям все-таки отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.